Всем доброго дня. Сегодня мы с вами пересадим сосенку нашу горную. Я что-то смотрю, она начала сбрасывать хвою много. Думаю, что ж так не то. Начал просматривать ком, а он уже не то, что перерос. Он начал разрывать горшок. Ему уже просто не хватает питания. Плюс еще, смотрите, хвоя осыпалась, не убиралась. Соответственно, вот это все, видите, начало подгнивать. Как раз у корневой шейки. Вот так, видите, по кругу. Если мы сейчас пройдем с вами, то это все увидим. Поэтому вот, надо вот это все убрать с вами. Для чего? Чтобы у нас здесь ничего больше не гнило. Видите, какой слой подгнивания. Поэтому сейчас мы это все уберем. Вот здесь у ствола уберем. Потому что вот здесь теперь могут вполне достаточно развивались грибковые заболевания. Опять же, питания мало, соответственно, сосна сбрасывает очень много. Стала сбрасывать. Хотя молодые побеги были, но сбросила очень много, к сожалению. Поэтому сейчас мы это все с вами аккуратно вычистим. Вот так вот. Так. Видите, как насыпало. Ну, стволик, кстати, шикарный. Глядишь, мы его куда-нибудь применим. Вот так вот. Чтобы у нас тут ничего больше не развивалось сверху. Вот таким вот образом. Так вот. А что мы дальше с вами сделаем? Мы это все зачистили. Мы с вами взяли торф 5,5. Тут добавили чуть-чуть песочка, совсем чуть-чуть. Добавили подкормочки осмокот. Ну и, соответственно, грунт уже с перлитом. Соответственно, влага будет держаться. И корневая в этом торфе будет замечательно себя чувствовать. Сделали дренаж. Горшок взяли. Это, смотрите, этот горшок 30 литров. То есть мы взяли на 55 литров. На низ тут 5-6 сантиметров дренажа сделать, так что будет сосна спокойно у нас здесь себя хорошо чувствовать и радовать. Сейчас мы на нее чуть-чуть подсыпем торфа над низ. Смотрите, какая корневая. Ну, сказка. Фух. Теперь будем с вами обсыпать это все по кругу торфом. Для того, чтобы хорошо уплотнилось. Где моя лопатка? Таким вот образом просыпаем и отсыпаем. Сейчас корневая система пойдет обновиться, подкормится, и растению будет хорошо. Обязательно оно будет хорошо уплотнить это все дело. Сейчас в дальнейшем мы сейчас с вами после обсыпки этого всего прольем это все водичкой, а через полчасика мы еще дополнительно прольем с вами корневину. Это препарат для усиления корневой системы, ребят. Корневая, чтобы сейчас корневая себя чувствовала прекрасно, росла и радовала нас и вас своим цветением.
Сейчас мы это все прольем водичкой, а потом возьмем вот такой вот препарат Ракурс. Это на всякий случай от грибковых. Мы пройдем непосредственно по всей листве, чтобы вдруг что, у нас растение чувствовало все хорошо. Ну, выглядит оно хорошо, но вот видите, чересчур много. Ничего страшного, мы сейчас подкормим, прольем с вами, и наша сосенка опять будет блистать своей красотой и с красивыми насыщенными красками. Всем хорошего дня, все будет хорошо.